В минувшие выходные в подмосковном Красногорске прошел Всероссийский детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы». В этих соревнованиях принимала участие наша землячка Ирина Полежаева. Несмотря на погоду, а мороз в эти выходные на самом деле был крепкий, Ирина одержала победу в своей возрастной категории. Буквально сегодня ночью Ирина вместе с тренером приехала домой из Красногорска, где проходил Всероссийский лыжный фестиваль. Крещенские морозы считаются престижными соревнованиями, в которых участвуют сильные московские лыжники. По словам Андрея Коротина, тренера Ирины, вся сборная Москвы собирается там ради главной цели – победить. Два дня на лыжне не прошли даром – обкатка трассы, проба снаряжения и старт. Ну, потом старт – самое ответственное такое. Бежал я с девочками 2000-2001 год. Было очень сложно, там серьезные соперники. Также со мной бежала в забеге девочка, которая дочка олимпийской чемпионки Василиса Резцова. Победа Ирины над серьезными соперниками окрыляет, говорит тренер, но не стоит забывать, что все самое главное еще впереди, и для этого надо работать. Планы большие, хочет попасть в сборную команду, добиться высоких результатов, чтобы нас запомнили, что даже на периферии, в городе Рассказы, можно найти человека, который будет высокого уровня подготовки. Руки нельзя опускать. Нужно работать, работать, работать. Настоящая зима только началась. План соревнований указывает плотный график гонок, а значит и более плотный график тренировок. По прошлому году видно, что на отдых времени совсем не остается. Ирина этим жертвует ради собственной победы. Своим новым успехом девушка гордится, но считает, что удалось это не так-то просто. Бежал очень трудно, было бежать 2 километра. Дистанция сложная достаточно. Лыжи очень хорошо катили. Очень хороший кат был. За счет этого я, можно сказать, и выиграла. Преимущество у меня от второго места 6 секунд. Это достаточно, в принципе, и много, и мало. Лыжный фестиваль «Крещенские морозы» по-настоящему совпал с природными морозами, которые были еще одним соперником. Но настоящим лыжникам это не помеха. Холодная погода закаляет и ведет к жарким победам. Юлия Хлыстова, Степан Диколенко, новости ТВ Рассказово.